Здравствуйте, господа и дамы, с Хватит вами шуточек. Севан Куя и какая-то странная женщина с буферами на выкат, которая мешает нам представить Skyrim. В общем, Хватит ладно, черт с шуточек. ней. Да, тут они тут меня, Хватит давайте... шуточек. Слушай, вообще с ума сошла. Ужас какой, я уйду от тебя, женщина, в угол откуда-нибудь сюда. И сделаем вид, что мы это все не начинали. В общем, с вами Севан Кузя, Скайрим и офигенная шкура чего-то. Не знаю, что Я это. тут подумала, может, на нем Ой, ой, поучиться. ой, Ну, ой, они чтобы опять как-то говорят, хотя бы давайте уйдем ничего не отсюда, утонуть боже мой. куда-нибудь. После Куда-нибудь такого дня заныкаться-то, хватило господи, уверенности чтобы этого войти в не слышно самолет. всего было. А, в общем, как вы видите, мы снова на Фрапсе. Я боюсь этого чертового бандикама. Не знаю, может, это Steam шалит, потому что, честно говоря, как-то очень странно в последнее время ведет себя Skyrim, то есть вне зависимости от того, записываю я или нет. Вот именно вот в эти чертовы дни, вот, черт. Вот, в общем, не знаю, может, у него ПМС. Ой, аж язык прикусила, пока говорила. У этого Стима. В общем, не знаю, что это такое. В общем, я нервничаю. И лучше уж я буду монтировать. Но зато у меня нервы будут целы. Я не буду постоянно думать. И в случае чего не пропадет никуда никакая серия. Ничего Все я не будет... ем. Все Кроме замечательно. В того, общем, это будет одна Фрапс из двух рулит. песен, которые мне посчастливилось выучить. А, Рагнар отлично. И, Рыжий! собственно, где мы? Жил-добыл Рагнар Рыжий, герой, Мы в можно таверне, как-то... это понятно, но... Это все, конечно, замечательно. Ой, эти любимые мои проседающие FPS во время загрузки, как мне вас не хватало. А, мы в Фолкрите, в общем-то. Как вы помните, в предыдущей серии Что бы мы... это значило? Возвращение Довокина? И кто из нас мог бы оказаться достойным такой чести и такой силы? Я, черт возьми! А, в общем-то, мы пришли сюда только из-за лода, потому что заколебал мне этот старый хрен. Надо как-то с ним разобраться. Что там у нас? 4 утра? Плохо. Надо бы, конечно, было бы... Это что за звук был? Сран, ты там спотыкаешься. Аж факел у тебя погас. Давайте, что ли, не знаю, покуем. Если мы что-то вообще сможем здесь выковать. Вряд ли, конечно. Мы, кстати, теперь имперская. Смотрите-ка, можем ковать. О, мы что-то кожаное можем выковать. Хорошо. Давайте. Что у нас тут? Зайдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Чё тебя не устраивает? Я не поняла, женщина. Чё, дождик? Ну ты немощная, скажу тебе. Так, вот кожаную мы сейчас улучшим. Офигеть, 76 кожаная обычная. Обалдеть. Офигеть, фалмерская 104, кожаная 76. Разница всего 30, да? А это появляется в самом начале, грубо говоря, игры. А вот это... Хрен знает когда. Так, ладненько. Чё у нас тут? Какая погода замечательная. Не надо было уходить, да, из таверны. Саран, пойдем, 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 дождемся утра, поспим, я не знаю, выпьем. Успока, хорошо, на Фрапсе сразу так спокойно. Черт с ним, то, что монтировать приходится. Ладно, раньше с этим жили 100 серий с лишним. Чего ты хочешь? Я... Или просто писать у ничего. огня, а я пришлю к тебе кого-нибудь. Шоровы кости. Симпатичный мужчина в Фолкрите. И это мне говорит такая выдра вот. Было бы у тебя хвост и шерстью бы ты была покрыта, было бы вообще супер. А так... Ты мне не подходишь, ты уродливая. Добро пожаловать в мертвецкий мед. Если бы только она А, хотела я быть ищу работу, свободной. кстати. Есть что? Как? Хотя нет, мы же не наемники, черт возьми. Мы воры и великие маги. Мы двойки. Ну какая нахрен работа наемниками? Ну что, о чем вы? Я хочу комнату снять. Хорошо, она твоя на день. Супер. Тем более, здесь постоянно одно и то же. Я Кого-то покажу тебе твою убить. комнату. Да я знаю, Сюда. где моя комната. Здесь наверняка. Кого-нибудь убить обязательно. Какого-нибудь бандита очередного. Ну нафиг, вот нападут они на нас первыми, найдем мы их где-нибудь. Вот тогда они Дай и мне лягут. знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Какое у тебя лицо выглаженное. Даже странно. Я вот, кстати, там в настройках покопалась в ине. И теперь, кстати, вот этой вот лесенки с тенями быть, по идее, не должно. Но что-то как-то я не наблюдаю. Но это, конечно, не совсем та лесенка. Вот помните, такие были прям на камнях особенно хорошо видно было. Кошмар.
А вот по идее такого быть не должно. Теперь, ну, проверим, проверим, посмотрим, как с... Ух ты. Ладно, так это... Верно. Вон, вон, вон лот. Здрасте. Тебе не попадался пес на дороге? Такой А-а-а. красивый, сильный зверь бродит вокруг города. Нет, собаки не попадались. Есть там один на дороге. Гоняться за ним мне не досуг, но мне бы пригодился такой верный и злобный зверь. Если захочешь его поймать, я тебе дам свежего мяса, чтобы приманить его. Меня можно уговорить его поймать. Умно. Хочешь задаток за свою работу? Естественно. Немного золота сейчас, а остальное, когда я получу своего пса. Вот тебе мясо на приманку. Че бы нет-то, господи, мы же великие собаководы. Ну, словно. Найти собаку. Найдем собаку. Че бы нет-то, она прикольная, говорящая. Че бы и не найти-то, да? Тем более, что я примерно знаю, где ее искать. Если она, конечно, как-то не респаунится. Не, смотрите, все равно, по-моему, лесенка есть. Ну-ка, только что было. Что-то такое, вот. Печаль. Ну ладно. Я уже привыкла. Ну хотя... Срана там бегает. Да. Не, лесенка есть все-таки. Черт. Надо будет обратно, что ли, вернуть. Те настройки. Так, где эта гребаная собака? Вон, кстати, что-то там стоит впереди. По-моему, это собака. Пойдемте туда. Мне, кстати, кажется, то, что вот с этой настройкой, которую я туда впихнула, у меня даже как-то игра менее насыщенная, что ли, стала какая-то блеклая. Может, мне кажется? Может, здесь туман? Вон она, собака, да? Ну, точно. Барбас, ты чё говоришь? Скайрим кишит великанами, летучими ящерицами и двуногими кошколюдьми. А тебя удивляет говорящая собака? Да, я заговорил и буду говорить, между прочим. Видишь ли, меня зовут Барбас. Молодец. У меня есть одна проблема, которую... Чё-то голоса тихо, да? Надо погромче будет поставить. А какого рода помощь тебе может требоваться? Хорошо. Ну, вроде не сложно. Только не говорите мне, что еще один принц. Ага. Кажется, я догадываюсь, что меня ждет. Так, давайте-ка сделаем погромче звуки голосов. По-моему, я слишком их как-то тихо сделала. Ну, наверное, не знаю. И хотя эффекты... Вот так как-нибудь. Потом, если что, подправим. Просто у меня чуть-чуть со звуками тут еще ковырялось, чтобы было проще, и поэтому... Сейчас немножко по-другому все стоит. Надо привыкнуть. Ну так чё, веди. Таран-тан-таран-тараран. Кот бежит за собакой. Офигеть. Куда побежала псина? Эй, чё так быстро? Стой! Собака, черт тебя дери. Да что ж ты так... Вот дала ты дёру, а? Срана, догоняй! Эта псина не хочет. Слушайте, а мы долго за ней будем идти, очень долго. Дешевле, по-моему, знаете... Плюнуть на это дело. Чё ты гавкаешь?
плюнуть на это дело, потому что нам идти реально далеко, это я помню. И, кстати, по-моему, та самая пещерка, помните, где я задавалась вопросом, там стояла такая рогатая статуя, и с ней рядом была собака изображена. Вот, по-моему, нам туда сейчас и надо. По-моему, все-таки это был Клавикус Вайл. Ой-ой. Подозрительно. Ну, давай, 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 веди. Где там это, кстати? Сейчас чисто даже навскидку. Сквозной проход, грот, серая вода. Не, по-моему, он нас очень далеко поведет. Вот я помню, прям вообще в какую-то сорокатень далеко-далеко. Может, конечно, мы уже полпути прошли, не знаю, здесь как-то так. Вроде так кажется далеко, а когда идешь, как-то и не очень. Давайте, знаете, что сделаем? Плюнем на это дело, пускай он там сам дойдет. У нас потом отметится место, куда он придет, а мы пока пойдем по руинам. Да? Ты иди, иди, мы тебя догоним. Так. Так. Вон там одни есть. Какие-то. Нам же нужно... Кто там стреляет в мою собаку? Подонки. С ума сошли, что ли? Ага, я еще и промазала, класс. Да что ж такое-то? Хрен поймешь, когда нужно выше стрелять, когда ниже. Я что-то мажу вообще по-дикому. Я хоть в кого-нибудь попаду сегодня вообще? Как-то я вначале, да, лучше стреляла, а сейчас я уже косею, видимо, все. Да почему я не попадаю? Я ж... Что, слишком низко? Куда выше-то? Куда уже стрелять-то? Непонятно, что происходит. Срано! Да. Что такое? Нет уж, я из принципа. Я попаду. На, хрен. Ну ладно, у меня еще 115 стрел. 115 попыток. Я просто не понимаю, я не, у меня не долетает. По идее, вот смотришь так, летит же нормально, да? Ну, а что-то как-то не хочет она попадать. Вообще, я бы сказала, не хочет. Ладно, давайте сперва этого убьем. Он как-то так стоит аккуратнее. Вот в этого мы попали. Это хорошо. Правда, он и ближе стоит. И вообще. А сейчас там почему не... Да что ж такое-то, а? Ой, ё-моё. Это я случайно. Да блин, это издевательство. Я не понимаю просто. Давайте попробуем чисто ради эксперимента выше. Она, по-моему, вообще летит дальше, потому что мы же уже мега раскачаны по луку. Прям сильно выше, мне кажется, целиться не обязательно уже. Непонятно, просто она исчезает, ее не видно. О, попали, хорошо. Видите, выше не целюсь, но попадаю. Где-то вот в район груди надо целиться мне. Так, с этим разобрались, хорошо. А вот, вот с этим, наверное, как-нибудь вот так может. Разбойник. А я не понимаю, куда тебе целиться-то надо. Может, я просто мажу чисто как бы. Вот сейчас он как-то... Вроде стрела пролетела прямо. Вот она должна была либо в плечо попасть, либо там еще куда-нибудь. Во. Пошел процесс. Все, собаку защитили. Пошли дальше. Но она же все равно в любом случае не может окочуриться, поэтому как бы... Господи, как спокойно с Фрапсом. Всегда знаю, что вылезет игра. Да плевать. Вот бандикам... О, медведь. А, нет, мне же не нужен уже. Ну ладно. Эрис? А ты еще откуда? Красота. Защибись. А, кожу-то пойдем соберем. Надо же как-то кузнечиться-то.
прокачивать немножко. Хотя нам, конечно, не особо-то надо. Если так вдуматься. Я вообще никогда как-то кузнеческое вот это дело не прокачивала. Как-то это мимо меня вообще прошло. Вообще за все то время, какое я играю в Skyrim. О! Здрасте. Ой, господа. Срано, прости, не специально. Слушайте, что-то я немножко не то делаю. Во-первых, захват душ. Во-вторых, огненная стрела вот мне нужна. Куда побежал? Ну-ка, где ты там? Что это было? Ушел? Так, подожди, нет. Ага. Вот ты, египетская сила. Не. Срана. Блин. Это так близко, что ли, подойти надо? Или что, или я не понимаю. Тра-та-та-та-та-та. Ах ты, еперный. Слушай, мне больно вообще-то. Так, нет, давайте. Мы должны как-то тренироваться. Правильно? Не убивай только его, срано. Я хочу. Я же должен становиться великим магом. У меня скоро экзамены, в конце концов. На магию. Я же не могу прийти в Саартал нубом. В конце-то концов. Надо же как-то себе с хорошей стороны показать. А что ты крадешься опять? У тебя приходы, да? Ой, смотрите, смотрите, мы мега крутые. Мы два мага теперь, смотрите. Хороводы можно... Дантакудуро! Намамуариво! Синтура сула! Ладно. Встали, где тут вход был? Да, мэнди вэлта! Дантакудуро! У! Какая разница? Он ушел, все уже туда, откуда пришел. Ох, я хочу туда. Бастион кричащий вечер. Что-то знакомое. Хотя тут у меня все знакомое, я уже все облазила, все, что могла. Ай. Ну да ладно. Ой, у нас же теперь крики есть. Мы же теперь орать можем. Надо это не забывать как-то делать. Если что плохое будет с нами случаться. Так, ладненько. Господи, как хорошо с Фрапсом. Мне прям так сразу спокойно стало. Прям вообще хорошо. Ну нафиг, нервы дороже. Интересненько. Возьмем, толкнем на базаре, когда будем голодать. Так, я что-то не хочу туда идти. Срано. А, ну. Ну как я мог не понять? Ладно. У тебя, знаешь, вообще, по-моему, что-то с ногами. Залипание, как укос. Какое-то происходит. Немножко иного рода, но... А я знаю, что сейчас будет, кстати. Я догадываюсь. Я вот чую запах вампиров. Вот тут вот. Не зря зашли, черт возьми. Мы же все-таки стражи якорного рассвета. Опа, интересненько. А почему до этого так не получалось делать? Вот так вот. Почему не получалось до этого так делать? Это надо было прям вот одновременно совсем? То есть до этого было не одновременно? Печаль. Трейл вампиров, да? Надо подлечиться, надо восстановление тоже не забывать качать. И надо не забывать, что у меня есть кнопочки вообще-то. Так, вот так вот. Чё оно там, блин, все? Меня это... Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я понимаю, почему. Ой, да ладно. Избегать. Ты тут можешь... Ух ты, ё. Что-то там интересное. Пойдемся.
О, я, кажется, знаю, что это за место. Да-да-да-да-да. Здесь у нас будет мастер-вампир. О, шикарно. Ну, блин, ты видела? Ты видела, Сарана? Ты это видела? Офигеть, офигеть, ты это видела? Я мега-маг. Так, нет, стоп. Подожди, что-то кнопки не жмутся. Ща я тебя тоже положу. Да. Блин, Сарана, это ты? Надо тебе платье какое-нибудь красивое выдать. О, прям костяшки огненные разлетелись. М-м. Кто там? Надо как-нибудь вниз потом сходить будет. Блин. Черт, а так красиво было бы. Так, ты что, всех уложила? Ну уж нет, я... Ащ, где, кто? Подожди, я понимаю, что там, но я не вижу. Да блин, не пугай меня. Ты убила, что ли? Блин, вот сейчас как запихну тебе... Не, я хочу сперва тут все облазить. Ну-ка. Подождите. Я хочу вниз. Потом наверх поднимемся, успеем еще. Нужно сперва тут облазить все. Че у нас тут? Красота. Ладно, допустим. Срано. Видимо, нет. Не-не-не, подожди, подожди, я так не хочу, я хочу вот прям вот так. О, блин, мне это нравится. Черт, я люблю магов. Красота. Слушайте. Не-не, подожди, я так не хочу. Я хочу прям вот, чтобы красиво было. Не, все-таки магом круто тут. Тут очень круто все. Но чистым магом я все равно, наверное, не осилю никогда. Хотя, кто знает. Не, не осилю. Мне всегда нужен меч где-нибудь рядом. Сырана. Я слышу, твой голос приближается ко мне. Так вот, тут ничего, да? У, египетская сила, где мы? Разбойник. Когда-то был. Чё-то как-то... Дыхание сперло. Ты по... Гляньте сюда! Кто у нас тут герой? Сран, ты некроманша какая-то прям. Зачем так измываться? Это не... Как-то фу, негуманно. Я, конечно, тоже так делал, но... Я поднимал убитых врагов. А не убитых кем-то жертв. Практически обстоятельств. Ага, ага. Ах ты твою мать! Гори, блин! Да сейчас ты умрешь. Нет уж. Забавно, да? Сказать спасибо своему убийце за то, что он убил тебя еще раз. Но на этот раз освободил. Вампирская броня разрушения. Ой, я даже не знаю. Может, вампирскую броню наденем опять? Надо было не продавать ту красную, помните, такую вампирскую. Я даже не знаю, на самом деле. Сейчас посмотрим. Просто это, видите, это как и броня, и при этом с магией неплохо. Потому что на 50% и броня. А тут... Где там, господи? 150, но не броня. Даже не знаю. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Да ну что я делаю? Блин, люди. Даже одежда вампиров, черт возьми. Я ж страж рассвета, египетская сила. Что я творю? О. Допустим. Что тут у нас? Не хочу маленький камень душ. Это уж несерьезно как-то. Куда я иду? Сейчас приду куда-нибудь еще. Так, отличненько. Это был, видимо, еще один вход. А я смогу как-нибудь отсюда подняться туда наверх. Оттуда, откуда я ушла. Опс. Сторона, ты живая?
Прости, не надо ко мне так угрожающе подходить. Я пошутил. Ну да, это была, конечно, не очень удачная шутка, но... Ну, с тобой же все в порядке, ты даже не кричала, значит, все хорошо. Ты даже не испугалась, это была проверка. Ты прекрасно... Фу, гроб. Справилась. Так, вот мы сможем тут подняться, а вот там вот прям... Ну, хотя да, наверное, мы сможем, потому что как бы это будет глупо, если мы не сможем. Так, ну ладно. У нас впереди мастер-вампир. Интересно, насколько хорошо у нас получится его завалить. Я помню, я пришла сюда как-то персонажем 4-го уровня. Ой, мне так весело было. И, нет, 4-го я что-то вру. Ну, где-то в районе. Хотя нет, по-моему, не вру. 4-го. Испорченная книга. Ну, конечно, кровью залита. Еще бы она была не испорченная после этого. Так, я что-то не понимаю. Немножко. И слышу скелет. Я, знаете, теперь, когда смотрю вот на вот эти лианы, мне хочется взобраться, то есть... Far Cry 3, как бы остаточная деформация мозга после него. Так, подождите, что-то я немножко заблудилась. Я не смогу, да, никак подняться все-таки. А, нет, стоп, вот. Все, нормуль. Идем дальше. Где-то тут туловище. Один. Второй. Замечательно. Эрис, две. Три. Не, по-моему, три сразу нельзя. Хотя не, можно. Не, подожди. Здесь плюханы какие-то лежат. Ой, бонитовый шлем, бонитовые перчатки. И мы перегружены. Классно. Эй, зрана. А почему мы перегружены? Чё у нас такого-то с собой? Надеюсь, речь не о тех вещах, которые тебе просто... Драконика мне, что ли? Ой, кости не продала. Чё у меня с собой-то такого прям тяжеленного? У меня нет ничего. Я прям даже не знаю. Я... У меня же нет ничего. Чё у меня? Вон. Странно, короче. Ух ты, ё. Драконьих костей нету. О, кстати, надо понавыкидывать мусора, там всяких клещей. Я забыла это сделать. Ну-ка, так, клещи пошли вон, кувшин это нафиг. Ну как я могу вот это выкинуть, да? Так, ну хрен ты с ней, с этой шкурой. А, так, ладно. А, о, кстати. Да, я совсем забыла. Ой, надо испробовать, черт. Это ж круто наверняка. Так, ну это можно выкинуть на самом-то деле, потому что я это так качала, чисто чтобы было. Вот почему, кстати? Амулет Талос. Мы, может, что-то в Солитьюде делали какую-то за... Эту... Какой-то квест там был на амулет Талоса. Может, не отдали? И было это 100 серий, наверное, назад. Не знаю. Не суть. Подождите, я не понимаю, почему мне так плохо по весу все. Как-то, как будто бы я таскаю, я не знаю. Из-за эбонитовых мечей, наверное, из-за всего вот этого. Слушай, это дверь. О, все, я застряла. Нет, не застряла. Хорошо. Так. Стоп. Сейчас разберемся. Так, да-да-да, я помню, что здесь с этими рычагами веселье есть небольшое. Так, о, да, мне это так надо. Отмычечка. Так, рис, два, три. Класс. Не вариант, да? Тоже не вариант.
На-на-на-на-на. Идем. У нас впереди наш долг. Неисполненный ждет. А ты еще откуда? От верблюда. Из Обливиона, сдается мне. Хм. Не, Суран, ты слышишь, как я начинаю говорить? Я прям... Я не знаю. Так, стоп. Я прям становлюсь одним из тех, куда она побежала. Сирена! Сирена! Ладно, может, ей надо... Не знаю, может, зов природы? Куда она понеслась-то так стремительно? Кто знает? Может, она в обход побежала? Или все-таки по-маленькому ей захотелось? Или даже по-большому, кто знает? Всякое ж может быть. Так, отсюда мы выползли вообще-то, да? А, вот-вот-вот. Мы сейчас все идем нормально. Пришли туда, откуда пришли. Ладно. Я думала, она нас как-нибудь-то уж догонит. Может быть. Может быть и нет. Срана! Блин, мне ж страшно. Ладно. Может, кстати, правда пора на мастера переключаться, чтобы веселее жить было? Потому что эксперт, это, конечно, круто все. Ну, с мастером, я думаю, прикольнее будет, да, жить? Давайте вот так вот. Ну, чисто ради эксперимента. Хотя, учитывая, что у меня дрючит и на эксперте, я все-таки не великий воин, да? Ну нафиг, чтобы не геморроиться. Давайте лучше. Я бы, может, переставила на мастера, если бы была бы танком там каким-нибудь. Или очень крутым раскачанным магом, они быстро убивают достаточно. А так, когда у меня такой разносторонний персонаж, это скорее геморройно будет. Я слишком хорошо помню стычку с изгоями на эксперте, где меня дрючило это вересковое сердце, как могло вообще. Так, вот здесь я ничего не буду включать, потому что как бы... Ага, конечно. Зашибись. Главное, чтобы Сирана тут не сожглась. Когда она пойдет за нами, если она пойдет за нами. Там кто-то есть. Да ты чё? Блин! Твою мать! О, нет, больно. Мужик! Ой, нет, меня сейчас убьют. Нахрен, валим. Блин, я же не могу. Я же не могу купить зелье в процессе. Не, я могу, конечно, но это как-то не айс. Ой, ё-моё, нет, мне все-таки, по-моему, придется хлебнуть. А, нет, меня угрохают. Блин. Не люблю просто, я как-то не знаю. Не, можно. Раньше-то я пила, но потом что-то я как-то так подумала. Веселее, когда нельзя. Так вот, лечение невидимости хлебнем. А, черт, невидимость выпила. Ну твою-то дивизию, а? Сама себе все испортила. Сейчас бы ушли куда-нибудь. В угол-то. Сильная трава, да? Может, завалим его? С помощью меча и не паримся. Не будем париться, точнее. Твою мать, да? Ну-ка иди сюда. Твою... Нет уж хрен стоять. Я ж грёбаный... Кузя... Покоритель, не знаю, хрен знает кого. Так, стоп. Блин, надо было одеться. Вот прям надо было. Я же не могу в середине боя переодеться, правильно? Вот этого я точно делать не буду. Твою мать.
Меня убьют. Меня убьют сейчас. Да, я уже чувствую. Да, 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 я уже понял. О, как! Как вшибло-то в землю-то. Прям вообще. Я почувствовала себя Мару, который решил забраться в коробку. Хорошо, ладно. Давайте забьем его мечом. Все-таки магия из нас хреновая пока что. Ну, как бы неудивительно, в принципе. Так, вот колечко вот это вот оденем, чтобы сшибать вообще замечательно, чтобы все было. Вот это вот оденем. Вот так вот, пожалуй. Так. Раз, два. У нас еще на огонь зачарован наш замечательный меч. Пойдемте его валить, этого гада. Да ты че? Я тоже умею убивать. Ну-ка, лежать. Мать твою за ногу, а? Да пошел к черту. А, твою мать. Больно. У него че? Слушайте, надо его цепной молнией шандарахнуть. Хотя... Не знаю даже, получится ли у меня. Ладно, давайте тогда за правило возьмем. Зелье пить можно, но переодеваться нельзя. Потому что совсем без зелий как-то так грустно немножко. На эксперте. Ну-ка, дайте я попробую все-таки. Ой, я не выпила, что ли? Мне показалось, я выпила. Так, тихо. Так, как-как-как-каласт. Ладно. 108. Ну-ка, иди сюда, гад. А чё я? Чё я мучаюсь? Ну-ка, стоять. Где мой любимый посох? Я хочу быть Гэндальфом. Чё-то я не хочу быть Гэндальфом больше. Срано, блин, где тебя носит? А я тут сражаюсь в одиночестве просто. Ну-ка, пень пошел. О, какая рожа-то мерзкая. Посмотрите на нее. Меня убьют, кстати, сейчас, если я... Ну, может быть, еще один удар я еще вытерплю. А, даже два. Ужас, 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 ужас. Меня убьют. Меня сейчас убьют. Надо валить. Тихо, тихо, пускай он сам там горит. Ой, ё-моё. Ну чё? Он там, что ли, остался? Ой, а чё это там светится такое? Молния моя. Он меня потерял, что ли, дурак такой? Чё, куда сарана-то побежала? Слушай, сарана, ты со своим туалетом! Нифиг было грибы есть! Зараза, сидит там где-то под, в углу, блин, под березой. Пока я тут просто, не знаю. Боже, как тяжко. Надо было становиться воином. Чем меня на магию потянуло вообще? Плохо быть без определенной профессии, а? Это он там стоит? Лови стрелу в лоб. И еще одну. Нет, черт. Не, ну я так не попадаю. Там где-то тусует, его даже не видно. Ой, ё-моё. Блин! Да что она не долетает-то? Я ж мега-лучник. Какого хрена? Ой, я его сейчас стрелами за это самое. Вот так вот. А вот это, кстати, было эпично, учитывая, что я встала с коленок, еще такой ракурс с Кузей был. Жалко, заскриншотить не удалось. Хотя, стоп! Удалось же заснять! Можно потом заскриншотить будет. Вампирская броня, кстати, ладно. Может быть, если мы ее раскачаем, она будет даже получше. Какой-нибудь там. Вряд ли, конечно. Но все может быть. Так, что у нас тут? Не, все-таки лук это наш, да? Хотя у нас просто разрушение не прокачано. Что у нас там с разрушением? 64, а лук у нас с перками, с учетом того, что там перки. 76. На 10 пунктов выжили куча перок. Перок, господи, перков.
там на 25% сильнее. Все дела. Где носит Сирану? Небось, обиделась и ушла куда-нибудь. Из-за того, что... Вот из-за тех игл, точно, точно. Она ушла из-за тех игл, когда мы ее наверх-то подняли, ее там... Может, у нее тоже ПМС? Может, она так истерит? Куда я... О! Ой, накрыло. Ой, серьезно, накрыло. Ой, это плохо. Это когда ты меня так под это самое? Так, вот это было страшно, честно говоря, сейчас. Потому что как бы... Все хорошо, отпустила. Но вот накрыло, конечно, хорошо, так учитывая. Видимо, давно уже было, да? Мне только вот бесит то, что появляется очень маленьким шрифтом на надпись. О, у меня плохое предчувствие. Там, кстати, по-моему, слово сила где-то. Хотя, что я делаю? Вот мне... Твою мать. Точно, точно слово сила слышу. А, нет, Драугр, палач. Фигня. Я уж думала, там какой-нибудь, я не знаю... Лорд. Масочник какой-нибудь выползет. Сейчас у меня ничего не полетит, если я возьму. Что за слово? Битва. О, ярость, отлично. Это как иллюзия, но только как бы крик. Так, а тут что-нибудь натыканное. Дай мои стрелы обратно взад. Все. Срана предательница. Куда ее? Унесло-то. Смотрите-ка, в кричащий ветер мы вошли. То есть в основную часть, да? То есть не в Скайрим мы сейчас выйдем, мы сейчас еще где-то бродить будем. Боже, как хорошо с Фрапсом. О! Здравствуй! Ты все это время была тут? Ой, ё-моё. Ты хотела покончить жизнь самоубийством, что ли? Фолкрит, кстати, смотрите-ка. Офигеть. Ой, какие сосульки страшные. У нас быстрее, по-моему, эти сосульки угрохают. Сирана! Джеронимо? Давай. Ой, нет, я боюсь. Я боюсь без сохранения, без парашюта. Нет, 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 стоп, стоп. Цепляйся, цепляйся. Когтями, когтями, когтями цепляемся, цепляемся. Да, у Кузи, по-моему, второе хобби по жизни после воровства это скалолазание. Отлично, мы выжили. Так, эть. Все отличненько. Кстати, смотрите, мы очень много раз долбили по этому, по вампиру. Ну как, не очень много, но так, нормально. А у нас так не очень много отнялось от меча. Это здорово. У нас там много зарядов получается? Сколько, кстати, как это посмотреть? Я не помню. Так, что у нас там? Так, вот тут, по-моему, Сприган будет. Судя по запаху. Срано, пока нам спуститься со своих гор. Идь. 2 года пройдет. Так, ладненько. Слушайте, подожди, здесь еще один есть. Опа, враг. Так, вампир. Я чувствую. Я вот прям чувствую, что вампир. Нет, стоп, скелет. 2 скелета. Не, я просто видела там что-то. Там что-то как будто кто-то невидимость на себя наложил. Вот прям. Ну-ка. Не, я так не хочу. Не, ну... Да какого хрена? Так. В конце-то концов. Так, во-во, я же говорю... А, нет. Все-таки опять скелет. Фу! Так, давайте сюда тогда зайдем. Что у нас тут? Там никого?
Ага, конечно, никого. Так, северный бастион, отличненько. А сюда мы, по-моему... Опа! Ладно. Мы, по-моему, сейчас просто сделаем круг. Помните, мы там спускались вниз. И вот мы сейчас выйдем в ту часть, в которой мы уже были там. Где мы уже были, короче. Сейчас я часто даже... Ну да, да. Срань, тебе не идет этот шлем. Надо тебе какую-нибудь одежку красивую. Это самое... Дать, что ли? Магическую какую-нибудь. Купите, кстати, правда, что одеяние мастера. Или ей, кстати, отдать одеяние мастера наш. Хотя не. Она же у нас по разрушениям, правильно? И по колдовству. Но по большей части по разрушению, поэтому нужно ей тоже мастера разрушения купить. Ух ты! Конечно. Ну, я прям даже не знаю, такой соблазн. Но мы теперь... Мы, конечно, воры, но мы элитные воры. Мы не конокрады больше. Хватит уж с нас. Пойдемте, что ли, я не знаю. Я хочу в ту пещеру. Это тот форт. Плавающие олени. О, там что-то там есть кто-то. Пойдемте туда, значит. У нас опять начинается вот этот вот авантюризм. Я так думаю, мы будем бродить. О. Так, где-то здесь должен быть бандюк, который в них переоделся. В их форму. Знаю я их. Срано, вынюхивай. Точнее, ищи. Я вынюхаю. Сейчас где-нибудь тут тусовать будет. Турен. Надо тебе все-таки одежку нормальную подыскать. Ты что-то в каком-то говне ходишь. Сказал Кузя про стеклянную броню. Кстати, а если стеклянную броню улучшить до качественного, она будет лучше фалмерской или нет? Надо проверить будет. Может, мы сами тогда и в нее переоденемся. Чё ж. Чё б нет-то, да? Так, ладно, нам бы куда-нибудь бы свернуть бы. Мы, кстати, по-моему, идем сейчас в сторону вообще Ривервуда. Блин. Не, ну я тогда туда не поплыву, что я совсем, что ли? Вот там. Что-то там люди ходят. Кому помочь? Кто орёт? Так, это, видимо, дозорная стандара вот слева. Так, стопэ. Протва. А ты ещё откуда? Хорошо, кто это был? Он кого-то угрохал? Всё-таки, да? Колдун-новичок. Я слышу медведя. А кто орал-то? Кого он угрохал? Подонок, кого он убил? Что-то я никого не... Может, это эти истерички орали? Хотя они вроде стояли... Главное, стоят, смотрят. А дозорные стандары, то есть не должны, да? Как-то вступаться за невинных, которых убивают колдуны, да? По всей видимости, да. Кстати, раз уж мы тут... Тот же вопрос. Срано, мне больно. Спасай. Да блин, ничего не получается-то. Пойдемте, кстати, что ли, возьмем. Какой у нас там камень был? Кстати, у нас криков дофигище просто. А вот душ ни хрена. Так, подождите. Хотя нет.
Ой, я хочу цепную молнию потом как-нибудь попробовать на ком-нибудь. Мне просто даже интересно. Так, а каменная плоть увеличит... Надо использовать каменную плоть, учитывая, что мы все-таки, когда одеваемся вот в эту вот одежку. Где там? Где я не мастера? Каменная плоть, раз. Понеслась. Омега магии, хвост беленький. Спектральный такой. Слушайте, у нас, кстати, серия что-то жирноватая получается. Давайте ее, что ли, уже это самое купируем немножко. В общем, я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. Это наложение делает улыбочку на лице Кузи, да? Вы видите ее? В общем, как бы там ни было, что делать, вы знаете. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи. Пока-пока.